Анна с дочкой Аленой похожи не только солнечными улыбками. Они еще и в платьях в одном стиле, шитые талантливыми руками Анны. Девушка всегда мечтала реализовать себя через творчество. Тем более с детства перед глазами был прекрасный пример. Моя мама была известной в деревне рукодельницей. Она очень много шила. Она шила нам с сестрой одежду, брату. Она очень много вязала, вышивала крестиком, гладью. Поэтому, конечно, вот именно ремесло, да, оно у меня с рождения, да, перед глазами. А мы, когда взрослеем, мы волей-неволей почему-то копируем, да, это, например, генетическая какая-то память своих родителей. Видимо, генетическая память действительно работает в этой семье. Сейчас уже сама трижды мама, Анна открывает свою мастерскую, а помогает ей уже средняя дочка Алена. Мама там ставит платок какой-то, а я кручу. Все умею зашивать, только сам шить не умею. В том, что и малышка скоро научится искусству шитья, сомнений нет. Ведь у мамы грандиозные планы – выпускать не только детские коллекции, но и взрослые. Анне повезло. Она стала участницей проекта «Энергия успеха», цель которого – создать сообщество творчески активных женщин в регионе и научить их зарабатывать на том, что они умеют делать. Все мы творцы, да, вот кто в этой программе. Нам очень важно, и мы просто получаем удовольствие бесконечное от того, что мы делаем своими руками. И порой, сделав, мы забываем, да, а второй составляющей, да, нашего дела – это монетизация ремесла. Как нужно продать? По словам Анны, именно программа «Энергия успеха» убедила ее. Ручной труд уникален и востребован. А значит, надо двигаться к новым вершинам. Валентина Скворцова, Денис Линчевский. «Семь дней в регионе».